Давайте разделим ваш вопрос. Если уйдет, если вы к мощам прикоснетесь, а лукавый всегда присутствует рядом с нами, чтобы записывать наши грехи, так же, как ангел-хранитель всегда рядом с нами. Другое дело, кто ближе к нам, кому мы больше служим, грехами лукавому или Богу через добродетели. Это первым. Если вы говорите, из вас выйдет, ну, скажем так, если вы реально сугубо бесноватый человек, одержимый, то вы даже не прикоснетесь. Посмотрите вот на это видео, которое сейчас параллельно запустил, человека, можно сказать, почти насильно подводят к той или иной святыне или окадят его, это человек явно одержимый. Поэтому просто так вас, вы сами уже не подойдете. Но самое главное — исповедиться, причащаться, чтобы к нам не липло.